Саундчек прошел, звук отстроен, все хорошо. Может... Награда и успех – это народная любовь, потому что все их любят, знают. Мне кажется, это самое главное для артиста. Нормально. Саундчек прошел хорошо. Ну и слава богу. Сегодня с вашей песни начинается концерт. Это большая ответственность, мне кажется. Я не знал плейлист, я не знал, что с ней начинается. Приятно услышать. Что для вас АПМ? АПМ? Ну, это часть нашей культурной жизни, и мои в том числе. То есть мы тянулись к нему, приятно, что вот пересеклись наши творческие дороги, но это и молодость в какой-то степени, потому что 30 лет, и нам уже больше 30. Но я думаю, что и будущее, потому что хочется сказать, что все только начинается. Бесконечность сползая вскользь, взглядом намертво взгляд держа, разменемся, шагая сквозь без застенчивых горожан, и ступив на просоленный лед, на изломе кольца пути, нить на колор рванем в разлет, друг от друга в одном прости. Уже успел сказать пару слов, что в начале Бог, через две тишины войны и мои пройдет бессловесный ангел. Я внутри тишины пою и молю твоего реверанса в шаге, напрасно сгорев, погаснет факел злая, и снегом укроет ягель, опутала тьма, и живет ты знамкой, но в поисках слов насыщенка. Вот здесь как никогда нужна ваша помощь.
Я вообще не знаю.